В прошлом году Париж, в этом Мурманск, в областном центре стартовал 4-й по счету международный шахматный турнир «Chessmates». Прошел год, и они снова вместе за шахматной доской, только теперь на Кольской земле. Как было решено по итогам 3-го международного турнира «Chessmates» в Париже. Тогда между сторонами-участницами, куда входит и Шахматная федерация Мурманской области, была подписана хартия. Все умные дети должны и умные люди ехать в Мурманск, мы должны развивать Арктику. И я думаю, что вот когда столько умных, эрудированных детей из 6 команд, это 3 команды из-за границы, 3 команды из России, одна из них в Мурманской области, находится в Мурманске, мы фактически уже развиваем область. Турнир в Мурманской области стал возможным благодаря поддержке спонсоров. Половину расходов взяла на себя региональная шахматная федерация. Вторую – голландская логистическая компания «Басамра». Большую помощь турниру оказал конгресс-отель «Меридиан» и ряд других мурманских организаций. Этот турнир проходит буквально следом за еще одним масштабным полярным гамбитом. Я вижу, что шахматная активность в Мурманске стала гораздо более заметной. Это очень радует. Гамбит до этого. Какие-то даже местные соревнования, которые организовывались, сейчас они получили больше, что ли, ну, информационную, что ли, поддержку. Ну, это видно, это слава богу, это хорошо. В числе гостей прославленные шахматисты, руководители шахматных федераций разных стран и, конечно, болельщики, родители юных участников. Это очень значимый турнир, и как бы если будет таких турниров больше, это будет намного круче. Вот, и как бы, естественно, будет больше спонсоров, больше денег, больше ученики будут выезжать. Вот, но это вообще очень значимое событие. Юриан Кейн, основатель движения детских и юношеских шахмат во Франции «Chessmates» и одноименного турнира, лично присутствует на каждом соревновании. Мы очень рады быть на Мурманской земле, и мы постараемся сделать так, чтобы турнир продолжался. В следующем году он запланирован в Роттердаме, затем в Дублине в 2022. И потом мы были бы счастливы вернуться снова в Мурманск. На шахматные баталии 3 дня, в ходе которых по традиции «Chessmates» команда принимающей стороны Мурманской области сразится с победителем прошлогоднего турнира команда из Франции. Завершится турнир в воскресенье финальными играми и торжественной церемонией награждения победителей.